А відреагувати в форматі от, такого бліц короткого опитування до хвилинки в цілому, пане Сергію, давайте почнемо з вас. Як вам бачиться ця харківська ситуація? Це такий конкретний, приватний, поодинокий випадок банального хамства і невихованості? Чи, можливо, це масштабувати до ну, не знаю, своєрідна відповідь авторам мовного закону від простих людей? Значить, з простого і всеслоне. А як, як, як схоче? Ну, смотрите, в тому відді, в якому котором... пытаются провести украинизацию, пытаются, поскольку не провели, и я думаю, не проведут. Это пут, прямой путь к тому, чтобы создать символ протестного настроения. То есть все то, что для людей связано сейчас с, с условиями, ухудшающими их жизнь, это рост тарифов, ненормальные законы. Это связано с властью, а власть продвигает именно украинский язык как чуть ли не единственный возможный. На фоне этого будут протестные какие-то настроения, и эти протестные настроения будут опять-таки символизироваться и отожди, отождествляться и с русским Это языком. Это глобально. Это глобально. А, а, а то, что, лока... еще а то, что локально, хочу вам сказать. Если вот мы рассмотрим историю этого конфликта или там этой ситуации, то выходит так некая женщина пришла покупать товары. Она покупала, покупала эти товары, там ей на 100 гривен она чего-то дала, ей уже дали эту пакет, собрали. И тут продавщица спросила, а не будет ли у вас 20 гривен. На что это покупатель сказала, что я, сда... я мол, сдачу или как-то там размениваю только для тех, кто говорит по-украински. То есть до того, пока она это не спровоцировала, Вне зависимости от того, на каком языке она говорила, продавщица ее обслуживала. Вы клиентка спровоцировала спортсмена. Продавщица ее обслуживала. Я беру только факт. Дальше Тут... она бежит домой, она берет дочь, и они приходят и снимать занимать. уже эту продавщицу. другой стороны, вы то, что ей гарантовано законом про захист? И, и если мира. мы слышим, если мы слышим, то это явно люди, которые не носители родного украинского языка. Они сбиваются там на русский язык. То есть это типичный хайп, на котором решили сыграть. Почему?